В начале августа во всем мире стартовал конкурс «Каренина. Живое издание». К юбилею великого классика Льва Николаевича Толстого его знаменитый роман прочтут во всем мире. Сделают это в режиме онлайн. Организаторами выступили Google Россия и музей-усадьба Ясная Поляна. По их задумке, этот конкурс даст возможность еще раз напомнить о бессмертном произведении. «Анна Каренина» переведена почти на все языки мира и экранизирована более 30 раз. Конкурс пройдет в 2 этапа. В первом этапе участникам предлагается выбрать один из 4 отрывков и зачитать его на камеру. Авторы лучших работ будут участвовать в онлайн-марафоне. Он поднял голову. Бессильно опустив руки на одеяло, необычайно прекрасное и тихое, она безмолвно смотрела на него и хотела, и не могла улыбнуться. Наринмарцы также могут принять участие в конкурсе. Вся информация о нем размещена на неофициальном блоге Ненецкого округа «Чумотека». Мы всем миром прочитаем известнейший роман «Анна Каренина». Все это будет проходить в течение 30 часов непрерывно. Подключатся разные города России и зарубежья, в том числе Париж, Нью-Йорк, Лондон.